вылезает из угла с паузой. Шайба на неудобной. Нет, опять надо развернуться. И подкидкой туда в сторону Филиппа. Ларсен. Отсюда не выйти. Так, с неудобной. Дальше Сошников. Передача, гол! Гол! Гол, Уфа, 2-1. Филипп Ларсен, смотрите, как все. Я все. Я пойду в душ, пожалуй. Филипп Ларсен, это была уже полутора минутка, наверное, все-таки вот этого сочетания. Подожди. Так. Ну, это не запрос, это определение именно из, поясняю, скажем так, да, значит, главный арбитр. Потому что за две минуты до конца основного времени и далее овертайм, и, соответственно, буллиты, если надобности, если заброшена шайба, то здесь уже запрос брать тренеры не могут. Ты смотри, шайба попала в штангу. Потом в ногу, потом Филиппа в ногу Ларсена. Ларсена. Да, еще раз, вот да, здесь гол, штанг. Гол, она сразу попала. Не подожди, надо, не надо и, знаешь, как говорят. Подожди. Потом, она потом в ногу попала, здесь все чисто было. Я не вижу, что попал, а вот здесь я вижу, что добил. Так что надо и... Еще раз, вот этот ракурс нам все даст. Да, конечно, шайба не попала в ворота, а дальше он подставляет. О, нет. Гол отменен. Ребят, мы еще посидим здесь. Спартак в игре. Да. Спартак в игре. Да и слова тоже, я думаю. Ну, зур хоккей, Алексей. Еще какой зур. Моменты. Не, ну все простой момент для судей. А мы-то думаем, что это он так голову на бочок. Да, а он-то все знал. Иди еще забей. Ну не так. После видеопросмотра определено. Удар ногой есть, гола нет. Удар ногой есть, гола нет. Все правильно. А вот красно-белая торсида. За них много здесь. Ну, всегда у Спартака огромная поддержка в любом городе.